Четвертый тур серии Гран-при по фигурному катанию Кубка Китая завершился 12 числа на арене соревнований в Чунцине, где состоялись показательные выступления лучших фигуристов и пар. 18-летняя Хана Юсида, выигравшая Гран-при, танцевала под музыкальную тему из фильма «Звездные войны». Юсида, выигравшая турнир, получила множество поздравительных сообщений в социальных сетях. «Я была так рада, что подруга моего детства, контактной информации которой у меня давно не было, связалась со мной в социальных сетях». Второе место Ринка Ванатеба энергично исполнила песню Арианы Гранде «Break Free». Шома Уна, занявший второе место в мужской категории, исполнил классическую песню группы Beatles «Come Together». Кадзуки Тамона, занявший четвертое место, исполнил «Джаз Машин». Уна и Сота Ямамото притворились друзьями, чтобы подтолкнуть Тамона, сидевшего на стуле на льду, что взволновало публику. Тамона сравнил себя с Хансином, профессиональной бейсбольной командой, ставшей лучшей в Японии, и заявил: «Если вы сможете довести свои пределы до уровня, на котором вы можете выступать на соревнованиях, вы увидите, на что вы способны». Ямамото, занявший шестое место, в черной куртке исполнил веселый танец под рок-н-ролл «Чиз». «Когда я вернусь домой, я хочу пойти в сауну, чтобы освежиться и снова тренироваться как сумасшедший», — сказал он, пообещав вернуться. Следующий тур, пятый, в Финляндии, пройдет в Экспо 17 и 18 числа. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока!